Я думаю, там уже началось, да? В общем, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг, уже не Ликс, а ведь с вами уже печенька МС. Что означает печенька Мистер Секрет. Итак, я летсплейщик, сегодня у меня будет первый летсплей, а сегодня у нас будет Half-Life 2. Итак, я просто недавно проходил, извините, но я просто знаю, что тут будет. Берите печенье, берите чайку, берите мясо, берите еду и приятного аппетита. И далее наслаждайтесь видео, а мы начинаем. Новая игра. Итак, загрузка идет. Не забывайте читать субтитры, которые идут в игре. Опа, все, началась. Сейчас будет кат-сцена. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. Это, если что, G-Man. Гаррисмен. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Нужен человек не в том месте, может перевернуть мир. So wake up, так проснитесь же, мистер Фримен, проснитесь. Вас wake снова ждут великие дела. Итак. Прибытие. Didn't see you get on. Я не заметил, как ты сел. Не важно, как часто меня гоняли с места на место, я все не могу никак привыкнуть. Итак, ребята, мы сейчас прибудем в Сити 17, а точнее Альянс. Что же делать? Итак, опа, ну вот и конец линии. Понял. Блин, вот это вот дичь меня сейчас фоткает. Тут консоли нет, это не такое, это не такая игра. Она, кстати, похожа чуть на Гаррис Мод. Давайте-ка, ребята, вот так поделаем. Давайте-ка кинем. Он сейчас меня бить пытается. Так. Так, все, ладно, так, он прошел. Это что такое, обедная опять? Это обедная, да? Так, выкинул. Тут какая-то проверка. Так. Я вижу, тут два человека. Итак, что будут они делать? Итак. Мне куда? Сюда, да? Security. Так. Пройдете со мной, гражданин. Ну, давай иди. Итак, кстати, тут есть такой этот. Если мы сейчас посмотрим сюда, закрою окно. Типа, не смотри сюда. Итак, что же будет здесь, ребята? Я спойлерить не буду, но я знаю, что будет. Так. Это у нас... назад. И сейчас, ребята, это у нас... Угадайте, кто? 5 секунд у вас. 5, 4, 3, 2, 1. И это Барни. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю над ГО для прикрытия, надо побыстрее. Если возникнут подозрения, я никогда не выполню норму избиений.
Ну, yes, короче, тут Барни, они избивают. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Sorry, Doc, извини, Док, ну посмотри-ка, кто здесь. Great, боже мой, Гордон Фримен. Как неожиданно. Yeah, you and me both, я тоже так не ожидал, Док. Но он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, что ты предлагаешь? Я думаю, думаю. Ну, тут где-то была Алекс, может, она подумает, как его сюда доставить. Если он будет держать подальше от постов, то будет все в порядке. Слушай, мне надо идти, мы так сильно рискуем. Хорошо, Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон, тебе придется идти до лаборатории доктора Клейнера самому. Так, тут какой-то звук. Ага, спасибо. Так, ребята, смотрите, нам надо взять ящик. Вот так. Залезаем. И бабах. Ребята, все. Так, сейчас загрузка. Первое сохранение у нас получилось. И вот. Так, мы теперь идемте сюда. И сейчас вот эта злая тварь тут будет. Ты думаешь, я тебя слушаться буду? Пошел вон. Так, ай, блин. Ребята, проходим. Он пытался нас этот нами командовать. Так, давайте-ка сразу будем идти. Итак, что это за место? Сити 17. ХССГ. ХССГ? Что это такое? Ладно. ХССГ. Проходи. Ладно. Сейчас пройду. Итак, куда мне идти? А, вот сюда, да? Вроде бы она в оригинальной части, вроде бы, что, сломана или нет? А я уже не помню. Прыгаем. Итак. Идемте сразу сюда. Что у нас тут под нами? Что тут у нас ожидает? Ожидает, что будет тут? Итак, ребята. Идемте. Сапог. Давайте-ка поиграемся, побалуемся. Банг. За нами идет. Итак, ребята. Смотрите. Так. Все, второе сохранение. Итак, мы проходим сюда. А, тут камера, если видно. Если вам видно. Я вижу камеры тут. А, тут опять избиение какое-то сейчас будет. Так. Мне надо к вам, да, танк, зайти? А что он тут делает, а? Выкину я его. Я пошли, а вон. It's my boss, блин. Какой бас. Вот опять они избивают кого-то. Ой, блин. Ах ты ж. Чёрт, тихо. Всё, тут так плачут муж и жена. Ой, блин, зачем я в туалет зашел? Зачем мне туалет вообще? Не волнуйся. Итак, все, сейчас за мной пойдут вот эти. Вроде бы, я, если не ошибусь, то тут как вот два человека за мной пойдут. Слышь, эй, ты, сюда. Ага. Я понял, тут сейчас избивают они друг друга. Простите. Да какой, простите, уйди от меня вообще. Итак, я знаю, сейчас вот два вот этих идут за мной, бегут. Они его вроде бы по сути сейчас должны избить. Они его сейчас и забьют очень быстро. Смотрите просто, если я сейчас сюда отойду и сюда пойду, вот они уже будут на меня стрелять. Так что это делать не нужно. А нужно просто идти. Так. Вроде бы нам надо вот сюда, да, идти. Идемте. Очень хорошо. Тут вертолет летает, самолет. Альянс поднимает тревогу. Ага. Идемте. Не беспокоимся. Надо вроде бы сюда идти. А, что? Куда дальше? А куда дальше идти? А, вот сюда. А, мне нужно вот это окно.
достали. Я не дам вам ничего. Уходите отсюда. Все, вы меня не пристрелите. Что это тут такое? Что это за железная штука? Зачем она мне нужна? Ай, блин. Стоп. Что это? О, нет. О, нет. А, все, а! Они меня избивают. Все. Алекс с ними разбирается вроде бы. Все. Алекс разобралась с ними. Сейчас нас спасает Алекс. Доктор Фриман, I presume. Полагаю, ты Фриман. We better hurry. Нам нужно спешить. Комбайн can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Глаза не порадуются. Итак, она начинает вызывать лифт, рычаг. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Если что, вы можете смотреть субтитры, ребята. Не забывайте. Приятного аппетита, я вам уже пожелал. Если я этого не сделал, то уж извините, пожелаю прямо сейчас. Да, неразговорчивый. Кстати, да, этот, как его, Гордон Фриман, он неразговорчивый. Если что, мы Гордон Фриман. Помнишь, я его по черному месту? Только не упоминай имя доктора Брина при моем отце. Окей. Я и так молчаливый, блин. С чего мне упоминать? Загрузка, нифига себе. Гигачат, блин. Или гигачатка. Просто лицо как будто. Великий день. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы сейчас попадем в лабораторию доктора Кляйнера. Если я не ошибаюсь. Опа, Алекс прыгнула. Наконец помогает людям сбежать из этого. Так, мы придумали кое-что получше. Опасно Да, ладно, хорэ, меньше разговоров, больше дела, давай. Let me buy you a drink. Давай я куплю тебе воды. Да зачем мне сейчас вода? Oh, and by the way, nice to finally meet you. Опа, вот доктор Кляйнер. Blast that little... Where did she get to? Lamar, тут где-то хэдкраб. Come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar сейчас Барни появится вроде бы, да? If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping... Ой, извините, это капслук. Фриман. Боже, Гордон Фриман, это на самом деле ты. Ой, что я сделал? Чё это такое? О, нифига себе. О, ничего себе, телепорт. Это телепорт реальный. Алекс has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, doctor. Nonsense. Your talent surpassed your ability. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. We can't keep him here long, doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport Именно with a Барни. Double transmission. Что? You mean it's working? Я не понимаю, For что они говорят. Test? Because I still have nightmares about that cat. No, no, there's nothing to be nervous about. We've made major Давай strides уже быстрее. Ох, блин. Что это? Strides. А что это? Doc, since he's not Клей какой-то. Might as well get him out of his civvies. What? Какая-то. Oh dear, you're right. I almost forgot. Дичь какая-то. Барни, I'll give you the honor. I've got to get back on my shift. But okay. Так, давайте-ка посмотрим. Барни нам что, костюм вроде бы готовить должен? Опа, сейчас Ламар выйдет, да? Свет выходящего газа. Here we go. О, вот он. Damn it, get it off me! Ламар, there you are. I thought you got rid of that pest. Вот он, хэдкраб. Never fear, Gordon. She's мозгожуй. And completely harmless. Это мозгожуй. The worst she might do is attempt to... Давайте-ка кинем в него что-нибудь. Давайте финишку. Get that thing away from me. Here, my pet. Hop up. Давай, уходи отсюда. No, not up there. No, кстати, он no. нам помешает с телефоном. Куда oh, ты пошел? Ой, блин. Ну и куда он пошел? Понял. You're not an animal person.
Well, Gordon, так, мы открыли. Slip into your suit now. Все, у меня есть костюм. Well, Gordon, I see у меня есть теперь фонарик, энергия, я могу бегать. Like у меня есть мой главный костюм. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Модификация какая-то. И что дальше? Конструкция костюма из пяти моделей применена для повышения комфорта и функциональности. Так. Боже, Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль, на стене есть зарядник, твой костюм можно заряжать из источников питания Альянс, которым можно в полном местах патрулирования. Опачки. Сканер какой-то. А, вот здесь, да, вроде бы появится его. Вот телепорт-машина. Я вроде помню, да. А что будет, если мне зайти? Я не могу зайти. А вот же крысы. Какие же вы крысы? Нельзя зайти, Gordon, да, мне? Гордон, встань рядом с панелью. Окей. Окей, окей. Давайте. Что мне делать, это ее отец, если что. Брен. Доктор Брен. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to CY base and LG overflow. Hilbert inclusive. Извините, если заскрипело прямо на микрофоне. Далее, что там? 3, 2, 1, у. Так. Доктор, the plug. Dear me, you're right. Gordon, would you mind plugging us in? Хорошо. Так, давайте-ка дернем. Very good. Find sequence. Commencing. И что будет? Я не могу. А ладно. Она сейчас появится вон там. Бах. Какой-то бабах произошел. И она сейчас появится там. Она появится там. Сам посмотри. Эй, Док. Слава богу, как гора с плеч. Доктор Фримен, очень способный ассистент. Right you are. Speak to you again in a few Ты moments. Прав. Говорим Good через job, секунду. Gordon. Throwing that Ладно, switch Gordon. And all. I can see your MIT education really pays for itself. Я смотрю, all right, сразу там I'm tank. Gee, thanks. Time Gordon, закончил. Спасибо. Position, Gordon, we'll пройди в передатчик, и мы отправим тебя Илаю. Сейчас Барни непрофессионально с этим разберется. Initializing. In 3, 2, 1. Пуск. Барни. If you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Gordon. Bon voyage, bon and best of luck in your future endeavors. Final sequence. Hell, what is it? It's your head. Ой, блин. Вот этот вот, я же сказал, Ламар помешает нам. Ламар со мной. А, господи, выпустите. Выпустите меня. И что будет? Да кто вы? Как вы тут оказались? Блин, давай. Ну, что, не потеряли город. Может, такое случится. Опа. О, я опять тут. Где я? Господи, я опять тут. Плеск воды. Я опять тут. А, меня меня рыба съела, схавала, сожрала. Сзади. Выключай, выключай. Сделаем снимок. Так, что же делать? Меня достали эти
вещи, меня они фотографируют и фотографируют. А, господи, покоя не дают. А, достали они меня фоткать. Как его, хоры фоткать меня, хватит меня фоткать, господи. Вас что, бочки кинуть? На, уйдите от меня. Так, а, дверь какая-то. Загрузка. Загрузка номер 3 вроде. Или 4. Я уже спутался. Так, там кто? А, там Барни. Барни. Эй, Гордон! Эй, Гордон! The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. А, это же молом. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Блин, звук прям как из первой части Half-Life. О, у меня даже рука другая. Мне что, надо вперед дойти? Так, меня эта дичь достала. О, я понял. Гад, я тебя сломаю. Бабах. Так, мне срочно сюда. Мне срочно это надо выкинуть. Блин, у меня что-то подлагивает начинает. А, меня сейчас поезд собьет. Господи, боже мой. А, боже мой. Боже мой, помогите, господи. А, вот дверь. Дверь, 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 точно. По ней надо забраться. А, достало. Достало. Лестница, лестница. Куда мне идти? Куда мне идти сейчас? А, мне надо перепрыгивать. Точняк. Забор перепрыгнуть. Перепрыгнул. Там они, их надо не трогать, пока. Угу. Я понял вообще, что будет. Загрузка номер 4 вроде бы. Итак, ребята. Не забывайте подписываться на канал и смотреть мои дальше ролики. Сейчас вроде бы избиение будет. Надо успеть. Давайте попробуем. Все, отобрали. Они будут искать тебя. Беги, ты тут ничего не сможешь поделать. Ага. Окей, ну мне это и не надо. Ага. Я опять как резанный дышу. Да умри ты! Ах, господи. Боже мой. Че это за черты, а? Ты хочешь поиграть? Пам! 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 Предсмертный стон. Понял, ой, вертолет летает. Меня достали уже эти бочки. Как его? Как правильно их назвать? А, сейчас. Ага. Сейчас, поезд вроде бы должен приехать. Мне нужен, ну, мне нужно туда запрыгнуть. Куда? Главное вовремя успеть. И все будет окей. Прыгаем. Угу. Долетели. Радио Альянс. Переговоры. Detention on Bliss. I am Mr. on Bliss. Смотрите, мы что делаем, да? Видите бочку? Бабах. Бабах. Видели, как они бабахнулись? И третий там бабахнулся. Меня задолбали вот эти вот доски. Везде. Да, умри. Умри, умри, умри. Опа. Охо. Охо-хо-хо. Окей. Меня, как они уже достали, выбешивают меня. Выбешивают. О, вот это полезная коробка. Единственная дверь, да? Стреляют, стреляют, да? А что если я сделаю вот так? Приятно?
Вот я гений. Сейчас мы быстренько идем сюда. И мы идем вот сюда. Тут... О, тут Half-Life, это заметка. И мне куда идти-то? А, мне сюда, да? Да, мне достал. Не, реально, они, господи, как задрали меня уже вот эти вот черти. А, мне сюда надо перейти, что ли, да? Ты хочешь ПВП? Сейчас. Я сейчас, смотрите, что я сделаю. Я беру вот так и скидываю. Да ты хочешь удар ломом, да, получить? Надо тебе получать. Умри. Га! Эпичная музыка заиграла. Упс, дзун. Я знаю этот звук. Наверное, меня не слышно вам, ребята, но... Ой, хилка. Она как раз вовремя сейчас была. Так, мне в эту сторону идти, да? Ага. Дверь закрыта. Опа, я уже слышу звук пулемета. А тут вы меня стреляете, да? Вот же гады, а. Гадина. Вот, умер. Комбайны. Так. Да что же это такое? Чмыри какие-то. Так. Да умри ты уже. Стоп, что? Я куда-то поспешил? Да, или я по правильному пути. Ох, блин. Ладно. Мне, значит, надо вроде бы туда плыть, да? Или нет? А, не, мне не сюда. Угу. Надо плыть туда. Так. А мы плывем. Так. Ребята. Сейчас скажу. Итак, ребята. Как я и сказал сейчас. В общем. Я через 5 минут закончу. А, не. Когда мы дойдем уже. Пройдем после пулемета. Когда будут бочки именно. После бочек я вроде бы... Будет конец первой серии нашей. Будет несколько частей вроде бы у нас. Как его по прохождению этой игры. Ребята, ставьте лайки, если что-то. Подписывайтесь. Я понял сейчас, что будет. Там кто-то есть, да? Да, там точно есть кто-то. Ты что делаешь? Физикмен. Хорошо, что ты нашел. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Послушай, мне лишь наблюдатель постземки. У нас там совсем рядом. Они направят на тебя путь. Пока позволь моему другу Вортингу дать тебе хороший заряд энергии. Ага, хорошо, давай. Be careful now. Все равно really ты can't afford to get noticed. Civil protection catches you заметили. Down here. It's bad news for the whole railroad. Ага. Мы служим одной тайне. Молодцы, что служите. Господи, дайте мне пройти. Ай, что это за дичь? Уберите это от меня. Ух ты ж, блин, уже 5-я загрузка. Пускай горит. А нам что делать? А, надо одну разрушить, все поломаются. Да поломай!
спасибо, господи. Так, мне надо идти, значит, прямо, да? А, ползти, ползти мне надо. Ох, блин, господи. Убиваем этого чертика. Вот смотрите, он уже нас не схватит, он мертв. Они, кстати, могут и людей схватить. Но комбайнов они не трогают. Они не трогают комбайнов. Тут вроде бы пулемет, что ли, да? Да, тут пулемет. На помощь. Ребята, я знаю один способ, как туда залезть. Били его? Били? Ту бочку 33. Так, и залезаем отсюда. Смотрите, смотрите, смотрите. Залезаем. На пулемет. Так. Достал. Да умри ты уже. Гадер. Опа, вот это вот меня снимает. Грохот с взрыва. Где тут? Где ты здесь? Задолбали. Ары меня стреляют. Ой, блин, опять эти черти, а, летают, блин, и летают. Эти черти... Так, погодите, надо более гениально поступать. Так, Альгений, ты не... Или чё? Да блин, 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 ты тоже умри, 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 умри! А тебе придется ломом, да, ты говоришь? Тебя ломом, да, надо? Да блин! Ёшкин пико! Умри! Умри! Вроде бы тут никого уже нету, да? Ага, тут никого нету. Можно уходить, да, отсюда? Идти по вот этому пути. Так. Тут какие-то вещи. Мне теперь туда надо идти, да? Не по прямому, да? Я, кажется, понял, мне куда идти. Я понял, ребята. Смотрите, мы, значит... Так, идемте сюда. Тут есть лестница, да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Тут есть лестница. Ой. Да, ой, господи. Надо залезть на нее. Опять какие-то би-бинги-гинги-гин. А, тут остался комбайнчик наш. Комбайнер. А чё пулемет этот не берется? Нельзя использовать. Да вы издеваетесь. Достали, уроды. А, блин. Умри, умри. Фу. Фу таким быть. Ага, ладно. Так, тут еще одна, да? Ах ты ж чертиха. Чертова чертиха. Опять плюешься. Языкастые, а? Языкастые. Опять языкастые. А вы знаете, что этих языкастых комбайны сами вешают? О, комбайновская машина. Опа, эй, сюда. Так, иди вперед, друг. Это станция разрушена. Впереди другие. Стоит ждать, но мы должны только спасти железную дорогу. Понял. Понял, принял. Так, ребята, прыгаем в эту канаву. Сейчас они будут кидать бомбы сюда. В этот арык они будут кидать бомбы. Скотина стреляют. Так, ребята. Банк. Вот они опять взрывают. Смотрите. Задолбали, скотины. А. Я сейчас сдохну. Да умрите. Чер
только. Умри. Умри, умри, умри. Так. Он умер. Я могу его боеприпасы забрать. Это отлично. Это если что Half-Life 2, если что, это не Гаррис Мод. Просто игры Half-Life и Гаррис Мода похожие. Из-за этого они так ведутся. А этого мы комбайна ломиком убьем. Гад. Ты что думаешь, я такой? Вот. Я не могу сделать вот так. И все. Упали. Так. Что же делать? Мне надо идти, да? Ах, блин. Ой, 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 ой. Ребята, если что, я сказал. Давайте, короче, отобьемся от этих чертежек. Чертей. А, мы же можем типа, им эти дать. Бочки. Тянет меня к себе. Чертёныш. Давайте от всех вот этих отобьемся. А далее это будет конец первой серии. Давайте вот так отобьемся от них. Так. Ладно, давайте-ка будем залезать к ним. И будем отрубать им языки. Панк. Будем отбиваться. Отбивной бифштекс. Фаршированное мясо. Отбивной бифштекс. Фаршированное мясо. Как они меня достали? Как вот эти меня черти языкастые достали? Чертёны же, блин, вы чё тут стоите? Так, ребята, в общем, они опять бочки кидают. Эти твари опять бочки кидают. Так, мне надо уйти отсюда. Мне чё, переплыть это? Да вы издеваетесь. Ой, ну господи. И чё мне делать? И чё мне делать? Куда мне плыть? Как мне делать? Что мне жить? Ой, чё я вот так делаю? Надо же вот так вот пострелять. Я понял, вот мне надо сюда, да? Итак, ребята. Плеск воды. Ну, я думаю, на этом у нас конец будет тут. Ой. Где он? Где он стреляет? Так, и что мне делать? Мне что делать? Мне кто-нибудь объяснит, что мне делать? Хотя я тут один. А что это дичь тут делает? Что это дичь тут делает? Не, ну вы издеваетесь, издевахи вы. Я же как-то это что-то делал тут. Может, тут под водой что-то есть? А мне кажется, надо по мосту стрелять или что-то еще. Что тут не так, реально? Мне надо перепрыгнуть это? Или что? Как еще мне избавиться от этой... А тут иди ч. А, я понял! Тут лестница! Тут лестница! Тут лестница, ребята, вот! А тут это бочки всякие взрываются. Так, ребята, быстренько, быстренько уплываем отсюда! Отсюда уплываем! Я не могу так долго! Я не могу так долго! Ай, господи! А, вот! Вот так. Мы делаем. Опа. А мне
Мне как-то без разницы, он стреляет там сейчас. Он нам не помеха такая сильная. Ребята, короче, вот смотрите. Сейчас произошла загрузка. В общем, это конец первой серии. Если хотите, чтобы вышла вторая серия, давайте наберем 5 лайков на этом видосике. И тогда я постараюсь сделать вторую серию. Всем удачи, всем пока.